Более 187 миллиардов рублей собраны в бюджет нашей страны Управлением Федеральной налоговой службы в прошлом году. Это на 37 миллиардов больше. Таковы одни из итогов работы ФНС по Тверской области, которые были обнародованы на расширенной коллегии ведомства. В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства Тверской области Марина Потихова, глава постоянного комитета по бюджету и налогам ЗАГС Собрания Константин Буевич, замглавы администрации Твери Андрей Гаврилин, представители других властных структур Верхней Волжи и руководители территориальных подразделений федеральных органов. Пресный адрес направил губернатор Игорь Руденя. Ваша эффективная работа играет особую роль в повышении финансовой стабильности в нашем регионе, реализации масштабных национальных проектов по развитию экономики. Желаю вам реализации намеченных планов и новых успехов в труде на благо Тверской области и всей России. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденин. За 2023 год в федеральный бюджет с территории региона было собрано более 187 миллиардов рублей. Это на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В казну Тверской области поступило почти 94 миллиарда, рост на 19%. Определяющей задачей было выстраивание работы в условиях единого налогового счета. Здесь сотрудникам УФНС пришлось непросто, но результат стоил усилий. Сегодня действительно видны его преимущества и эффективность. Так, внедрение единого налогового счета позволило изменить и упростить механизм исполнения обязанностей. Ситуация, при которой у налогоплательщика была одновременно и задолженность, и переплата, канули в лету. Александр Бележев отметил проведенную работу по сокращению сроков возврата НДФЛ. Они уменьшились в 1,6 раза с 30 до 18 дней. Время получения имущественных и инвестиционных вычетов в упрощенном порядке составляет всего 4 дня. С 1 апреля через личный кабинет индивидуального предпринимателя пользователи могут направлять 20 видов документов налоговой отчетности. В Тверской области это новшество затронуло свыше 33 тысяч таких бизнесменов. В настоящее время цифры, отправленные ими через сервис, уже поступают в УФНС.